вышла статья «Новые наказания для владельцев домашних животных. Кого, за что и насколько оштрафуют? Какие новые штрафы для владельцев домашних животных установила Госдума?» Я зачитывать это не буду, потому что статья огромная. Я уже с 2007 года бьюсь за то, чтобы людей, владельцев, наказывали. А с 2007 года, если посчитать, сколько лет прошло, 16 лет. И вот спустя 16 лет вот чего-то Госдума там установила какие-то штрафы. Даже не хочу зачитывать. Я дам ссылку. Читайте, изучайте, думайте, заводить собак или не заводить собак. Это уже ваша проблема. Мои животные всегда во дворе, они всегда накормлены, они всегда ухожены, и у меня нет проблем со своими животными. Я, можно сказать, с детства привыкла так. У меня и папа держал собаку, и, короче говоря, мы с детства привыкли, что животные должны находиться дома под присмотром, накормлены, напоены, и никто не выгонял на произвол судьбы ни одну собаку. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет. Я счет указываю, потому что я пенсионерка, а кормить животных моих мне сложно на свою пенсию, и себя прокорми, и интернет, и прочее, и еще, и животных. А животных я люблю. Так что вот так. Господа, думайте над вашими проблемами.